Администрация Ленинского района озабочена тем, что на территории поселений были зафиксированы случаи сброса бытового мусора. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Кузнецов прокомментировал ситуацию. Ликвидируя стихийные свалки и убираясь в частном секторе, очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, что только убрав площадку, вычистив ее практически в ноль, приезжаем туда через 2-3 часа, там такое ощущение, как не убирались вообще. Очевидно, что приезжают машины, сваливают мусор, причем часто бывает так, что поставив нормальный бункер 8-кубовый, для того, чтобы люди сбрасывали мусор туда, получаем картину следующую. Стоит бункер пустой практически, а рядом гора мусора. Очевидно, что это не люди даже близлежащих домов набросали, а что пришла машина, выгрузила мусор и уехала. Происходит это чаще в вечернее и ночное время, поэтому руководством района было принято решение проводить рейды, чтобы застать нарушителей на месте преступления. Кроме того, в районе продолжают фиксировать случаи сброса строительного мусора. Данная проблема с мусором актуальна вообще по Московской области. Вот. В последнее время особенно участился по Ленинскому району. Также нами проверяется, выявляются свалки, несанкционированные свалки, все свалки на контроле находятся. Вот выдаем предписание собственнику земли на устранение данных свалок.